Друзья, всем привет! Всех с праздником, с Днем России! Всем добра, счастья и всего хорошего! Жара стоит у нас. Вот в тени 35 градусов. И вот так вот я поливаю свои... Не поливаю, а как охлаждаю свои растения. То, что в тени, конечно, на солнце ни в коем случае охлаждать нельзя. Сгорит немножечко. Ну, вечером буду еще поливать. Хочу показать вам жасмин. Посмотрите, какой он красивый. Вообще невероятно красивый. Цветет. Цветет он у меня здесь позднее, чем у остальных, потому что он стоит в тени. Такие вот красивые цветочки. Вообще замечательные. А запах вы вообще не представляете. Проходишь мимо. Вот я сейчас стою прям. Слышите, как пахнет? Еще я собираю эти листочки. Вот у меня здесь есть отдельная веточка. Вот она, я ее осенью выкопаю. Кому-нибудь подарю. Я не хочу, чтобы он очень сильно разрастался. Здесь он будет как бы мешать. И сейчас я эти цветочки с него оборву. Добавлю туда цветочки малины, цветочки смородины. И будет, высушу, и будет такой вот у меня чай. Вот такой жасмин. Он очень... Он не то, что красивый, он и полезный, и чай пить приятнее, чем вот кто привык пить пакетированный чай пыль. Лучше вот такие вот. А еще я делаю листочек, цветочек вот так вот обрываете. Вот. Его между рук вот так вот можно. И он выделяет сок и какое-то маслице. И я вокруг глаз его вот так вот вбиваю. Не знаю, надо это, не надо, полезно, это не полезно, придумаю это я сама. Ну и так вот утром выйду и вобью. Вот такой вот красивенький жасмин. Если у кого нет, приобретите. Он и кустик потом стоит аккуратненький, чтобы у меня не разрастался. Я его заплетаю вот так вот, чтобы он не мешался. Нижние эти веточки обрезаю. Вот такой вот красавчик. Можно, конечно, его и подвязать. Вот так вот, потому что он очень высокий. Вот ему у меня 3 года только лишь. А вот так вот красиво он уже пушисто нарос, красиво цветет. Макушечки весной я ему обрезаю. Ну, чтобы он высоко не рос. Там у меня тем более газовая труба. Вот такой вот красавчик. Очень курочки у меня орут. Видать, снеслись. Беспокойные. А кто-то спрашивал у меня, начали нестись ли мои курицы. Да, несутся. 10-15 яиц через день. Вот так вот. Куры несутся. То есть они меня отблагодарили. Посмотрите, сейчас увидела гвоздичку. Такая вот красивенькая. Кстати, насчет полива, я его не поливаю. Если только шланг, когда вывожу, набирать бочку, и могу бросить шланг, и вот так вот он польется. Ну, я не знаю, один, может, 2 раза за лето я это сделаю. То есть никаких хлопот он не приносит. Так что, если у кого нет, приобретите себе такую красоту вот с таким пышным цветением. Очень красиво, с очень приятным запахом. Такой легкий, сладкий запах жасмина. Всем на этом спасибо. Кому понравился мой жасмин, ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте жать на колокольчик. Всем пока-пока. И еще раз с праздником.